Ну, я, честно говоря, не слышал вот такой версии, как-то еще, если она подкреплена была быть какими-то фактами или, может быть, кем-то аналитикой. Северная Корея — это, в общем, ну, надо сказать, так, своеобразная достаточно система устройства внутреннего. Это, безусловно, внутреннее дело КНДР. Но со стороны, конечно, это не может не вызывать определенной обеспокоенности. Вот такие заявления, приготовления к военным действиям, тем более, что страна претендует на членство в ядерном клубе. Конечно, все это не может не вызывать определенную обеспокоенность. Но мы живем в Российской Федерации. Я уверен, что наши вооруженные силы смогут контролировать ситуацию, если понадобится их участие, не дай бог, в каком-то региональном или ином военном конфликте. А взаимоотношения двух Корей я оставил бы для разбирательства вот им двоим, северу и югу.